Всем привет! Предлагаю вашему вниманию видео о маршруте Москва-Саранск. Маршрут пройдет по трассе М5 от Москвы до Рязани и далее до Саранска. Маршрут короткий, порядка 650 километров, ну, по Яндекс.Картам посмотрел. По мере движения по трассе М4, это южный вариант движения на восток. Буду комментировать какие-то населенные пункты, мимо которых будет проходить маршрут. Немножко расскажу про М4, то, что написано, не по М4, а по МКАДу. Многие об этом слышали, что такая МКАД — это Московская кольцевая автодорога. Ну вот, что о ней написано в Википедии. Московская кольцевая автомобильная дорога, сокращенно МКАД, автомобильная трасса в Москве, бессветофорная кольцевая автомобильная дорога. Начиная с 1960-х годов до 1984 года совпадала с административной границей города. В 80-х годах в состав Москвы стали включать районы за пределами МКАД. И в настоящее время административная граница города проходит по кольцевой дороге лишь частично. На участке от Абрамцева до Ярославского шоссе трасса МКАД пролегает в национальном парке Лосиный остров. МКАД строилась с 1956 года и была открыта для движения по всей длине в 1962 году. 1995-1998 годы реконструирована. В 2011 году московские власти заявили о подготовке очередной полной реконструкции МКАД. Планируется передать транспортные развязки. Планируется переделать транспортные развязки, построить дублеры МКАДа, в том числе на месте наземных линий электропередачи, ввести рядом с кольцевой дорогой транспортно-пересадочные узлы. МКАД на всем протяжении не имеет одноуровневых пересечений с другими транспортными путями. Движение осуществляется по пяти полосам в каждом направлении. Пропускная способность по состоянию на 2011 год 9000 автомобилей в час. Разрешенная скорость движения 100 км в час. На пересечении с северо-восточной Хордой вместе с головным участком скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург располагается крупнейшая и единственная в России пятиуровневая транспортная развязка. История МКАДа. Проектирование кольцевой дороги началось в 1937 году. В 1939 году трасса была вынесена и закреплена на местности. А в 1940 году специалисты Института «Союздорпроект» завершили составление проектного задания на строительство МКАД. Но начать строительство помешала Великая Отечественная война. В то же время, в июле 1941 года, Государственный комитет обороны, в Государственном комитете обороны было принято решение построить временную обходную дорогу всего за один месяц по упрощенному проекту.
который предлагал строительство 30 километров новых дорог и реконструкцию около 100 километров старых. Построенная в авральном режиме дорога использовалась как рокадная для переброски войск и военной техники и способствовала успешному проведению контрнаступательной операции и разгрому гитлеровских войск под Москвой. Эта дорога не совпала с трассой на Нижний МКАД. Ну, в Википедии много об этом написано, интересные факты, все зачитать будет невозможно. Так что буду выборочно. Строительство того маршрута МКАД, который осуществляется сейчас, началось в конце 1956 года около Ярославского шоссе. Первый участок длиной 48 километров от Ярославского до Симферопольского шоссе были открыты для движения 22 ноября 1960 года. Изначально МКАД была запроектирована с минимальным радиусом в плане 2000 метров, за исключением двух поворотов 1500 на 70 километров и 1000 на 68 километре. Максимальный продольный уклон 40 промилле. Ну ладно, это. Реконструкция МКАД 90-е годы. В 90-91 годах полотно дороги было немного расширено за счет разделительной полосы 4-метрового газона. Это позволило сделать более широкими две существующие полосы и добавить широкую обочину. Из-за этого в начале 90-х годов на дороге часто случались аварии, большую часть которых составляли лобовые столкновения и наезды на пешеходов. Ежегодно на МКАД погибало более 200 человек, и более 1000 получали увечья. МКАД в прессе называли «дорогой смерти», но сейчас «дорогой смерти» называют М5. Пропускная способность трассы была практически полностью исчерпана. Скорость потока автомобилей составила 35-40 км в час. В часы пик возникали заторы в движении, и необходимость реконструкции была очевидна. По решению правительства Москвы процесс реконструкции предусматривал два этапа. В первую очередь на МКАД предполагалось провести мероприятие по освещению трассы и устройству барьерного ограждения, разделяющее направление движения. На первоначальном этапе функции заказчика на МКАД выполнял Мосгорсвет. Работы по освещению возглавлял управлением топливо-энергетического хозяйства Москвы. Следующий этап реконструкции, старт которого приходится на весну 1995 года, предполагал расширение дорожного полотна до 50 метров и соответствующее увеличение количества полос до 5 в каждом направлении. Чтобы привести дорогу в соответствии с международными стандартами, существующими для магистрали высшего класса с точки зрения технических решений безопасности дорожного движения и обслуживания движения, предполагалось выполнить колоссальный объем работы. Помимо строительства новых мостов, тоннелей, целый комплекс мер по обеспечению безопасности и природно-охранных мероприятий было необходимо освободить прилегающие к трассе территории, вынести и перепроложить инженерные сооружения и подземные коммуникации. По мнению независимых экспертов, проект реконструкции МКАД по своим масштабам и сложности имеет мало аналогов в мире. К основным осложняющим проектом фактором эксперты относят использование конструкции старой дороги, а также дополнительные меры по перемещению трубопроводов и других конструкций, находящихся вблизи дороги. Реконструкция Московской кольцевой автодороги стала первым значимым транспортным проектом правительства Москвы. Чтобы обеспечить стабильное финансирование строительства и соответственно своевременное и качественное выполнение работ, правительством был изменен принцип формирования бюджета. Так, ладно, найдем более интересную информацию. На всем протяжении 109-километровой трассы земляное полотно расширено до 50 метров.
было переустроено 3365 действующих коммуникаций, построено 76 мостов, возведено 53 перехода, построено 11 транспортных и коммуникационных тоннелей, сооружено 47 развязок, в том числе 2 трехуровневые, реконструировано 115 водопроводных труб, возведено 26 постов службы управления движения, построено 4 базы дорожно-эксплуатационных участков, установлено 11,6 километра шумозащитных и 6,8 километра декоративных ограждений. Уложено 270 тысяч метров бортового камня и устроено 350 тысяч барьерного ограждения. Укреплено травосением 300 гектаров и так далее, и так далее. Критика. Среди москвичей и жителей Подмосковья бытует легенда о том, что Лужков украл 20 сантиметров МКАДа. Якобы при расширении дороги ее асфальтовые обочины были сделаны с каждой стороны на 10 сантиметров уже, нежели предполагалось по плану, в соответствии с которым составлялась смета, что позволило сэкономить значительную денежную сумму, якобы присвоенную Лужковым. На самом деле указанное число было озвучено заместителем начальника Следственного комитета МВД генерал-майором Михаилом Зотовым в связи с возбуждением уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве МКАД. По предварительным данным, с 1992 по 1997 годы было похищено 256 миллиардов недоминированных рублей, в том, что соотносимо с сужением полосы с обоих сторон на 10 сантиметров. Вывод о заужении был сделан на основании выборочного замера, а после проверки на всем протяжении трассы выяснилось, что есть места зауженные и уширенные, что все они укладываются в допуски требований СНИПа. Вот так вот. Поводом к слухам о хищении стало также то обстоятельство, что информационные щиты, установленные на дороге, не в том количестве, которое требуется. Хотя хищения при строительстве МКАД и были, но на ширине дороги это никак не сказалось. К МКАДу вернусь, наверное, в других маршрутах. Прочитаю из Википедии. Сам много интересного узнаю. Из Самкада уходим на трассу М5 в сторону Рязани. Ну, по пути город Дзержинский, Московская область областного подчинения Московской области, население 55669 человек на 18 год. История города тесно связана с Николо-Успенско-Угрешским монастырем, который был основан Дмитрием Донским в 1380 году в честь победы на Куликовом поле. На месте нынешнего города располагалась деревня Алексеевка, Гремячево, Денисьево и Кишкино. В 20-х годах монастырь был закрыт, а в его стенах образована детская трудовая коммуна для беспризорников, которая получила название коммуна имени Дзержинского. В 1938 году коммуна получила официальный статус поселка городского типа.
поселок активно развивался, и в 1956 году началось строительство одной из крупнейших в стране теплоэлектростанций ТЭЦ-22. Так, население уже сказал. Площадь городского округа 1566 гектаров. Довольно-таки крупный город. Тут я вижу 9 микрорайонов, 6 средних школ, универсальный центр непрерывного образования «Угреша», объединяющий в одну образовательную систему филиал «Угреша», Международного университета природы, общества и человека Дубна и государственное учреждение среднего профобразования «Колледж Угреша» был образован в 1999 году. Музыкальная школа, школа искусств. Ну, связь в городе представлена многими операторами. Билайн, Мегафон, МТС, Скайлинк, Теле2. Города-побратимы: Верховица, Болгария, Мармарис, Турция, Монтана, Болгария, Ильяна, Испания. Много городов-побратимов в России и странах ближнего зарубежья. Закончился 5-минутный файл. Ну, небольшие технологические остановки. Так, а я пока прочитаю информацию о Капотне. Капотня – это район Москвы, расположенный на в юго-восточном административном округе и соответствующее ему одноименное внутригородское муниципальное образование в городе Москвы. Площадь района по данным Мосгорстат 806 гектар. Население 32 364 человека. Район Капотня граничит с районами Марьино, Люблино, Братеево, Московской области, Дзержинский и Котельники. Так, статистика. Дата образования 5 июля 1995 года. Так, глава управы, этого не нужно. Ну, в общем, такая вот информация короткая о Капотне. Так, по ходу движения у нас город Люберцы. Вот что сказано о городе в Википедии.
Город с 1925 года в Московской области России. Железнодорожный узел в 19 километрах к юго-востоку от Казанского вокзала. Население 202 918 человек по переписи 18 года. История. Происхождение названия Люберцы-Назарово предполагается от речки Либерицы, от имени первого владельца Назарий. В конце 16 века деревня определенно уже существовала, но впервые упоминается в песцовых книгах с 1621 года как деревня Либерицы-Назарово. Однако половина деревни принадлежала дьяку Ивану Кирилловичу Грязеву. Двор вотчинников, 6 крестьянских дворов. Другая половина деревни принадлежала подьячному Федору Дементьевичу Порошину. Ну, в общем, понятно, духовенство командовало. Затем Федор Порошин продал свою половину деревни Кузьме. Это внутренние такие разборки у них. В 1674 году после смерти Федора Милославского его брат, стольник Григорий Милославский, продал деревню Назарово-Либерицы приказу тайных дел. В 1676 году приказ тайных дел был распущен. Люберцы были отданы боярину Милославскому, племяннику царицы Марии Ильиничной Милославской, врагу Нарышкиных и Матвеевых. По описи, проведенной в этом году, в селе числилось 10 крестьянских дворов, в них 31 житель, был двор вотчинников, двор боярский. После смерти Ивана Прозоровского деревня перешла к его жене Евдокине Прозоровской. Ну, в общем, тут дофига что написано, от кого кому переходил этот город. Так. В городе вертолетный завод имени Камова, экономика Люберец, НПК «Север», совершенная механика, АОТ «Торгмаш», технологическое оборудование для предприятий торговли, Люберецкий комбинат строительных материалов и конструкций, объединение «Люберецкие ковры», ООО «Сельхозмаш». Значит, в Люберцах Люберецкий филиал Ярославского колледжа градостроительства, техникум экономики и права МСПК, Московский областной техникум отраслевых технологий, Люберецкий медицинский колледж, высшие учебные заведения. Их тут много, 11 наименований. Дополнительное образование 6. Это детская студия «Диапок», детская художественная школа, детская юношеская спортивная школа по футболу «Звезда». Экологическая обстановка. Город Люберцы является одним из лидеров в Московской области по количеству вредных промышленных выбросов в атмосферу. Очень приятно. Автомобильный транспорт. Здесь 7 маршрутов внутригородских. СМИ. Люберецкое районное телевидение, Люберецкая газета, Люберецкая панорама. Преступность. В 90-е годы на территории города действовал ряд преступных группировок, среди которых одна из сильнейших и авторитетных в московском регионе Люберецкая ОПГ, у истоков которой стояли представители молодежного движения «Люберов», банда «Капущун». Так, ну много еще что написано, можете прочитать в Википедии.
В Московской области очень много небольших поселений, городов. Обо всех просто невозможно рассказать. С правой стороны остается Токарево, с левой стороны... Впереди камера. Ограничение 90. Чкалово, Жилино, Пехорка. Какое-то FM-радио включили, там не знаю что. Мужики хохочут, что смешного, не понимаю. Я такие вещи обычно не слушаю. Сами шутят, сами смеются. Стоп-старт. Такую хрень слушать. Раздражает то, что этот смех за кадром, фон создают, как будто бы смешно. Oh,
Ну вот самое тяжелое это вот вырваться из Московской области. Движение очень плотное. Средняя скорость 7-6 километров в час. И по обочине летят, и ну, по встречке не получится, потому что и мы сейчас двигаемся из центра в область. Пробка. Ну и из области в центр тоже видите, можете наблюдать, что движение очень плотное. Ну, это звук реальный из салона автомобиля, чтобы максимально приблизить, ну, к реальной обстановке, что ли. Слева далеко, Михнево. С левой стороны населенные пункты. Ну, далеко, километров в 10, наверное. Ирия, Быково. С правой стороны. Ну, с правой стороны крупный зеленый массив. Ну, этот южный вариант через Рязань, давно лично я там не был, ну, года два, наверное, не меньше.
И когда выполнялся маршрут, надеялся, что в Мордовии на трассе есть кафе, столовка, не знаю, как хотите называйте, которую прославил даже Задорнов в своих юморесках, рассказывал, что в Мордовии есть кафе «Морд-Дональдс». Я там неоднократно останавливался, каких-то видео есть даже съемка этого места. Вот, оригинально придумано. Но я ожидал, что и в этой поездке можно будет это место показать. И был очень сильно разочарован, когда увидел, что эту вывеску, видать, заставили убрать, переделать. И она называется теперь по-другому. Ну, то же самое «Морда», да, сейчас не помню название. Но вот эти вот две желтые буквы слева и справа уже отсутствуют. Можете в интернете найти очень много мест, забить в поисковике «Морда Дональдс». Очень много таких веселых, положительных отзывов об этом месте. Но кто-то, кого-то жаба заела, может, конкуренты, может, еще кто. Вот. По всей вероятности, этих ребят заставили переделать вывеску, ну, как нарушение авторских прав, нарушение закона. Вот. Ну, в общем, честно говоря, вот я разочарован, когда увидел, что вот вывеска демонтирована. И это кафе существует, но уже немножко под другим названием. Я этот момент постараюсь во время движения выделить. Ну, небольшой участок, наверное, пущу в замедленном варианте. Ну, сами видите, покинуть Москву, область, достаточно тяжело, очень плотное движение. Ну, средняя скорость, я уже говорил, 7-8 километров в час. Да, и вы сами, наверное, отправляясь в дальние поездки, сталкивались с тем, что, покинув Центральный федеральный округ, дальше движение гораздо свободнее, и от езды можно получать удовольствие. А это стоп-старт. Я по Москве передвигаюсь на общественном транспорте, на автобусах, на метро. Это гораздо быстрее, без нервотрепки, потому что эти пробки до такой степени уже вот вызывают аллергию. Даже не аллергию, а чувство неврозности. Стоп-старт, стоп-старт. Что меня это выводит из себя. Я лучше поеду на автобусе, на маршрутке, на метро, чем вот
на автомобиле в таком ритме. Ну, смех за кадром, конечно, кому-то может нравиться, а меня, например, это раздражает. Это подсказывает, где нужно смеяться, где смешно. Ну, западная система, западная манера, рассчитанная на тупых, которые не могут определить, смешно это или нет. Это стадное чувство. Давайте смеяться, это смешно. У моих соседей дача в Гронницах на берегу Москва-реки. И вот у них всегда была проблема в пятницу доехать до дачи. Километров, контроль средней скорости. Ограничение 90. Километров 80 расстояние до дачи от дома. И однажды они решили быть соригинальничать, ехать не рано утром в субботу, а поехали в полночь, где-то в час, что ли, ночи. Вот. И приехали, как обычно, утром, часов в 9, потому что все дачники ломанулись из расчета, что ночью никого не будет на трассе, и попали в такую пробищу жуткую, что 80 километров они ехали порядка 7 или 8 часов. Так, по телевизору прошла информация, что по Тверью очень серьезное ДТП. Пострадало 12 человек и очень много автомобилей. Слева по ходу населенный пункт Вертячево, с правой стороны Каменная Тяжина, впереди камера, ограничение 90, с правой стороны Яганово,
Ну, повторю, что в Подмосковье очень много городов, больших и маленьких, еще больше населенных пунктов, ну, размерами, наверное, с деревню. С правой стороны по ходу движения Раменский агрохим. Впереди камера. Ограничение 90. Раменская агрохимстанция. На каком языке написано? Не знаю. С правой стороны по ходу населенный пункт Синькова. С левой стороны Дурниха, Шилова, Паткина. По ходу движения. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Ну, впереди по ходу движения Становое. Движение значительно улучшилось. Средняя скорость под 90. Впереди камера. Ограничение 90. С правой стороны далеко, километрах в 10, наверное, Константиново, населенный пункт. С левой стороны Софьино. У меня было намерение каждый новый день маршрута начинать с исполнения гимна России. Ограничение 90. Гимн в исполнении Николая Расторгуева. Я в заключительной серии «Москва-Краснодар» разместил в начале видео гимн в его исполнении, и моментально от модератора Ютуба пришло предупреждение о том, что я нарушил авторские права на это музыка, ну, на гимн. Модератор написал, что права на гимн Российской Федерации в его исполнении защищен авторским правом. Вот так, ни больше, ни меньше. Я написал письмо Расторгуеву с просьбой разъяснить ситуацию, но ни ответа, ни привета пока нет. Ну, скоро с левой стороны будет у нас этот город Бронницы. Про Бронницы я постараюсь что-то найти в Википедии. Так, в Википедии про Бронницы, которая впереди, будем проезжать. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Написано, что Бронница это город Московской области.
образует городской округ Бронницы. Население на 2018 год 22 567 человек. История. Бронница известна с 1453 года как крупное торговое село. Село было вотчиной московских князей, затем русских царей. В конце 17 века при царе Федоре Алексеевиче в Бронице был основан конный завод. В 1618 году город разорен казаками гетмана Сайдагачного, бывшими на польской службе. При Петре I село было передано князю Александру Меньшикову. В 1727 году вновь отошло к дворцовому ведомству. Указом Екатерины II от 5 февраля 1781 года в связи с учреждением нового административного отделения Бронницы получили статус уездного города, став центром вновь образованного Бронницкого уезда Московской губернии. Большой ущерб городу нанесла покинувшая осенью 1812 года французская армия. 16 апреля 1964 года в городе произошли массовые беспорядки. Около 300 человек разгромили КПЗ, где от побоев скончался житель города. К уголовной ответственности привлечены 8 человек. В 1990 году Бронницы включены в перечень исторических городов в России. В 1992 году Бронницы получили статус города областного подчинения. Площадь города увеличилась с 600 гектар до 2216. Про Бронницы очень много написано в Википедии. Ну, всю информацию, конечно, я зачитать не смогу. Люди, жизнь которых связана с Бронницами. В Бронницах некоторое время жил и похоронен Иван Пущин, декабрист и друг поэта Александра Сергеевича Пушкина. Крупный вклад в развитие города внесли и прямые потомки Пушкина. Старший сын Александр Александрович Пушкин с 1862 года по 1866 год мировой посредник в Бронницком уезде и особенно внук. Младший внук Александра Александрович младший, внук поэта, с 1890 года был земским начальником, а с 1897 по 1916 председателем Бронницкой уездной земской управы. Александр Александрович Пушкин похоронен в Бронницах, ему установлен памятник. В городе также похоронен декабрист Фанвизин Михаил Александрович. В 1889 году здесь родился краевед, писатель, педагог Волков. В Бронницах жил известный советский рок-музыкант Александр Барыкин. Вот такая информация о Бронницах. Так, прямо по ходу движения Никитское. Это село в Раменском муниципальном районе Московской области. Входит в состав сельского поселения Ульяновское. Население 1197 человек по переписи 2010 года. История. В 18 веке усадьба генерала Рославлева с фронтоном и шести коринфских колонн. Блин. В 1926 году село является центром Никитского сельсовета Чаплыжской волости Бронницкого уезда Московской губернии. С 29 года населенный пункт в составе Бронницкого района Коломенского округа Московской области.
3 июня 1959 года Бронницкий район был упразднен, село передано в Люберецкий район. С 1960 года в составе Раменского района. До 2002 года село входило в состав Никитского сельского округа Раменского района. А с 2002 года и до муниципальной реформы 2006 года в состав Ульяновского сельского округа. Численность я уже сказал. В 1926 году в селе проживало 403 человека, 181 мужчины и 222 женщины. Насчитывалось 78 хозяйств, из которых 76 было крестьянских. По переписи 2002 года 1211 человек, 536 мужчин, 675 женщин. Вот это сказано о Никитском. Так, прямо по ходу город Коломна. Так, город Коломна. Это город Московской области. История Коломны. Первое упоминание. Город Коломна впервые упоминается в 1177 году от Рождества Христова или в 6685 году от сотворения мира в Звездном храме, так называемой Лаврентьевской переписи, как пограничный пост Рязанского княжества и торгово-ремесленный центр. Когда во второй четверти XII века Киевская Русь окончательно распалась и образовались самостоятельное княжество и земли, на территории современного Подмосковья пытались закрепиться сразу несколько соперничавших княжеств. Для закрепления низовой Москвы реки и прилегающего течения Оки рязанские князья построили город Ростислав, упомянут в 1153 году, упомянуто в 1153 году, и Коломну в 1177 году. Ну, дата условная. Дата условная, поскольку город упомянут как уже существующий. Предположить точную дату основания города помогают найденные при раскопках вещи, которые хорошо датируются. Выяснилось, что самые древние городские находки датируются серединой XII века, то есть интервалом между 1140 и 1160 годом. Таким образом, город до своего попадания в историческую хронику существовал уже около четверти столетия. В конце XII-XIII веков Коломна была центром Коломенского княжества в составе Рязанского княжества. В 1186 году Коломну взял воевода Большое Гнездо и посадил там князя Всеволода. В 1238 году Роман Ингварович, князь российский, и Всеволод, княжич Владимирский, пытались дать отпор татарам, и у Коломны произошла битва.
Много бед город пережил от Золотой Орды и позднейших татарских государств. Колонна неоднократно разорялась в 13-16 веках. Так, например, 1 января 1238 года Бату ханом, в 1293 году Туданом, в 1358 году Тахтамышем, в 1408 году Едигеем, в 1440 году Казанским ханом Улу Мухаммедом, ну и так далее. В 1380 году здесь собирал свое войско Дмитрий Донской перед Куликовой битвой. В 16 веке в Коломне не раз бывал Иван Грозный. Первый раз молодой государь побывал в Коломне, когда ему еще не исполнилось 16 лет. Получив известие о движении крымских татар в сторону Оки, великий князь в апреле 1546 года немедленно отправился в Коломну. 6 мая он прибыл сюда и расположился со своим полком под Галутинским монастырем. Это были основные силы Москвы. Когда крымский хан узнал о сосредоточении русских войск под Коломной, он повернул обратно. Но, как отмечают летописцы, Иван Васильевич не покинул Коломны. Он общался с крестьянами, пробовал пахать пашню, сеял гречиху. Во время увеселений с молодым правителем произошел неприятный инцидент. Великий князь отказался выслушать пришедших к нему жалобщиков от новгородских стрельцов. В конфликте между не пожелавшими уйти стрельцами и защищавшими князя дворянами, было убито 5-6 человек с каждой стороны. Коломна – вторая столица Московского княжества. На рубеже 14-15 веков Коломна – самый богатый город после Москвы. Город Московского княжества. Тут написано, значит, «Сей город сделался истинной столицей великого княжение и многолюдной, и шумной», описывает историк Карамзин. В Коломну в 1433 году, описывает историк Карамзин, Коломну 1433 года. В это время в ней жил Василий II, получивший звание князя Коломенского, сосланный из Москвы в результате борьбы за великокняжеский престол со своим дядем, удельным князем Звенигородским Юрием. Коломна служила центром объединенных сил, сочувствовавших великому князю в его политике собирания Руси. Многие жители покинули Москву, отказались служить князю Юрию и направились в Коломну. Улицы Коломны были запружены подводами. Город на некоторое время превратился как бы в столицу Руси, почти со всеми административно-хозяйственным и политическим штатом. Эпидемия и пожары. Коломна страдала не только от набегов, ее опустошали эпидемии. Наиболее известная из них – морозовая язва, чума, относится к 1363 году. Пожары в 1437 году сгорел почти весь город. Нападение опричников в 1568 году. Коломна была местом почетной ссылки, так как в 434 году в Коломну был сослан князь Дмитрий Шемяков. Впоследствии Коломна была определена местом ссылки для новгородцев и псковичей, что повлияло на становление коломенского купечества. Смутное время от Коломны пытались править, из Коломны пытались править Марина Мнишек. Но очень много таких артефактов вы можете прочитать в Википедии. В Коломну не заезжаем, обходим по объездной. Я был несколько раз в городе,
На самом деле, очень красивый город, очень красивые старинные дома. Это чувствуется просто дыханием, что ли, стен города. Древние стены. Я помню, одно время ходил по Москве. По Москве, там, где Лужков реставрировал старинные здания, и был потрясен тем, как это было сделано. Вся эта лепнина, все прочее, была выполнена из пенопласта, которая вот, видна, дешевка была даже видна на расстоянии. Подходил, рассматривал и видел, что во многих местах эта лепнина, так называемая, просто кем-то проткнуто пальцем. Люди подходили и протыкали пальцем эту лепнину. Дешевка невероятная. И это чувствовалось вот даже, скажем так, кожей, что ли. Чувствуешь, что ты стоишь не среди старинных зданий, а среди какого-то новодела, какой-то дешевки. А вот в Коломне, к счастью, там вот это вот эти стены старинные, на самом деле, вот это чувствуется даже при легком прикосновении, что кирпич старый. И город вполне приличный, симпатичный. Мне, например, Коломна очень понравился. Сосед опять сверлит. Ладно, продолжу позже. Так. Далее по ходу движения за Коломной город Луховицы. Про Луховицы в Википедии написано. Это город в России, административный центр города областного подчинения Луховицы. Ладно. Так, история Луховицы. Существует три версии о происхождении названия села. Первая связана с расположением в глуши, в глухом месте. Тогда территория еще была покрыта лесами. Вторая версия — расположение в излучине реки Вовли, славянская Лука. Большая, длинная излучины реки. Так написано. Отсюда Луковицы. В дальнейшем Луховицы. Третья, самая новая версия, это версия Поспелого, описанная в его статье «Имена городов Подмосковья». Ученый пишет, название образовано от антропонима «глухой» или «глухов» с помощью суффикса «ичи» и обозначает потомков лица, имя которого в основании. Позже суффиксы «ичи» под влиянием диалектного цоканья превратился ица, и со второй половины 1920-х годов в употреблении закрепилось название Луховицы. До 19 века здесь жили пахари и бортники. Особого развития села не было. Но в середине 19 столетия была проложена железная дорога Москва-Рязань, вокруг которой начали строиться дома. Так, ладно. Основным направлением дела и деятельности Луховицкого машиностроительного завода стало испытание новейших военных самолетов. В 1953 году в небо под Луховицами поднялся первый самолет Ил-28.
Этот год стал годом рождения завода. Наряду с этим заводом в 50-е годы был образован еще ряд промышленных предприятий. Началось интенсивное жилищное строительство. Что там они болтают в салоне? Не знаю, кому, кто это рассказывает. Так, население, численность составляет в 2018 году 30 228 человек. Очень много промышленных предприятий. А вот Транснефть Диаскана, обособленное подразделение ЗАО МПП «Класс СС», ГУ «Луховицкий лесхоз», ООО «Марс», «Луховицкий карьер», «Феррум» и так далее, так далее, так далее. То есть достаточно крупный небольшой город Московской области. Достопримечательности. Голубые озера. К северу от Луховиц расположена группа искусственных водоемов. Голубые озера, затопленные песчаные карьеры, союз пески, окруженные сосновым лесом. Эти озера пользуются большой популярностью благодаря свежему лесному воздуху, чистой воде и песчаным пляжам, удаленности от шума городов и крупных трасс. Некоторые из озер оборудованы пляжами с кабинами, кафе, лодочными станциями. Другие сохраняют подчеркнутый естественный первозданный вид. По этой причине озера популярны не только у местных жителей, но и у приезжающих из соседних городов, в том числе из Москвы. Летом из-за большого количества отдыхающих на берегах озер спонтанно возникают настоящие палаточные города. Также здесь проводится танцевальная техновечеринка на открытом воздухе и другие разнообразные мероприятия. На берегу озера в июне проводился ежегодный слет любителей авторской песни «Голубые озера». Памятники города. На окраине города возле аллеи Славы установлена военная техника, реактивно-учебные тренировочные самолеты Л-29. Полковой миномет ПМ-37, средний танк Т-55, гаубица М-30, противотанковая пушка БС-3, батальонный миномет БМ-37, истребитель МиГ-21. В городе установлен памятник истребителю-бомбардировщику МиГ-23. Ну, много интересного прочитайте в Википедии. Дальше слушайте, о чем трындят в салоне. Впереди камера. Ограничение 60. Да давно уже, ничего. Время-то 10. Я в 7 выехал. Далеко впереди город Рязань. Это не в этом направлении.
но в Рязань заезжать не будем, чтобы не терять время. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. А, уже все. Все, понял, понял. Ага. Я понял. Ну, хорошо, хорошо. Ага, давай. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну, слушайте до конца серии этот разговор в салоне автомобиля. Я на этом заканчиваю. Yeah.
ограничение 60. Я успел бы вправо на обочину свернуть. И все. Ну да, вот основной на него пришел. Самый эффект тяжело пострадал у девочек и ребенок. А я как раз подъехал туда. Стоит машина. УАЗик, буханка. Милицейская. Я подхожу, и где-то чего-то страдает фактически. Говорит, на скорой все. Я говорю, у нас состояние как. Ребенок говорит, тяжелое состояние, а так мужчина у одного. Впереди камера. Ограничение 60. А так, говорит, вроде женщина, которая тоже там была девушка. Тоже, можно сказать, легкий поскольку водилась. Хотя там просто, вот это видео, четвертый, вся норма шла. Ну, из-за того, что, наверное, сама по себе уже устала машина, и все там засмеялась. И такая картина, я смотрю, гаишная машина подъезжает. Парень какой-то уходит с гаишником. И несут, и вкладывают в эту разбитую машину, где девушка как вот сиденье детское. А я подхожу. А это когда было? В каком? Вот весной. А, то есть вот совсем недавно. Да. То есть она вообще даже без этого перевозила. Без места. Как потом оказалось, так бандит. Муж ее. Ага. Вот дома находился. Гаишник доехал. Может, они знакомы какие-то, знаю, потому что деревня есть деревня. Ну да. А мы с Володей потом обсуждали. Я ему сказал, он говорит, нет, как он говорит, по барабану чего. А вот ее, если бы вдруг ребенок погиб, из-за этого большой неприятности, потому что без детского кресла было. То есть ей вплоть до уголовного срока, вот это грозило. И вот они такие. А я подхожу, я говорю, что участник скончился, что ли? Нет, парень, да, выяснилось. Понятно, что на первом про гаишник молчит. Но он понял, что я видел, что они привезли из гаишной машины кресло вот чуть ли назад в УАЗовую машину. А у вас никак это не было зафиксировано? Я сфотографировал. Я сразу как увидел, не пойму, что пришел. Смотрю, детский кресло, телефон телефона снял. То есть видно было фотографию, я вот Володь потом надо показывать. Мне как бы просто интересно, думаю, мало ли чего, начну поворачивать. Впереди город. Ограничение 60. Виноват, там еще чего-то. Да, это уже как бы, да, если с ребенком очкащающий, еще там с ним пригодится, да. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Машину. Протокол, что я согласен или не согласен, вообще ничего не фигурирует. И прошел месяц небольшим, может быть, я на работе, не помню почему, вот эта ситуация интересная. И он меня останавливает. Ты чего от меня скрываешься? Я говорю, вообще-то я ни от кого никогда не скрываю. Я говорю, если бы ты захотел со мной встретиться, не так сложно там номер телефона мой найти, связаться и так далее. Тем более, знаешь, там и родители, где у меня живут, там и я сам где живу. Ну, то есть это даже какой-то знакомый, что ли, был? У нас небольшое село, поэтому, как правило, все друг друга знают. Вот. И все. Я говорю, а что случилось-то? Что-то вроде меня